С первых минут урока в голове крутится вопрос: любите ли вы экономику, как люблю ее я? Глядя на Елену Баранову, другого ответа, кроме «да», не возникает. Этой участнице конкурса достался самый взрослый класс – 10-й. Серьезные девушки и юноши требуют иного подхода. Казалось, учитель нашел его сразу. Мне очень хотелось их мотивировать на изучение экономики. Тем более учитель, который у них работает, посетовала, что вот они не очень заинтересованы. Ну, дети не сдают ЕГЭ по этому предмету. Естественно, не очень как бы больше много времени ему уделяют. Мне обидно. Где надо родиться, чтобы хорошо жить? Типы экономических систем стали темой урока Елены Петровны. И на этом занятии она не отходила от своего педагогического кредо – учить находить истину. Поиск проходил нелегко, но интересно. 25 вообще не грамма. А средний показатель будет замечательный. Да? То есть дают ли вот усредненные цифры реальную картину? Оказывается, экономический анализ – дело увлекательное. Франция, Таджикистан, они находятся на разном уровне развития. И вот этот показатель, он не показывает, насколько бедны люди во Франции и насколько бедны люди в Таджикистане. Ребята вместе с учителем настолько погрузились в тему, что немного позабыли о времени. И в результате... Больше работы должно было быть на уроке, хотя все равно результат мы получили. То есть промежуточная рефлексия превратилась в итоговую. Это был завершающий день целой недели открытых уроков. Жюри успело составить свое мнение об участниках. Были среди молодых педагогов прямо от уроки открытия, на которых мы посмотрели на них совершенно с иной стороны. И опытные педагоги, в принципе, тоже еще раз подтвердили свое мастерство, свой талант, свое педагогическое призвание. Следующий этап – педсовет – ввели недавно. Для большинства участников он в новинку. Именно после него станет известно, кто продолжит борьбу за звание лучшего педагога. Виктория Титаренко, Игорь Антонов, Телемикс.